21 телеканал для меня во многих отношениях первый. Это вообще первый мой телеканал, на котором мне посчастливилось работать. Это первый телеканал, благодаря которому я вышла в прямой эфир, и я работала в прямом эфире на 21 телеканале. Это телеканал, на котором у меня была своя первая программа, которая называлась «Криминальная хроника». С огромным удовольствием поздравляю 21 телеканал с днем рождения, с замечательной датой, с таким огромным юбилеем. Это первый телеканал в Молдове, наверное, которому 20 лет, который столько пережил, выстоял. И я убеждена в том, что 21 телеканала был, есть и будет свой зритель. Я желаю процветания и преуспевания, но самое главное, мне кажется, что самое интересное все еще впереди. Следующий год будет знаковым. 21-21. С днем рождения. Мне было 20 лет, как сейчас телеканалу. Мне было 20. Прямо как сейчас телеканалу, да. И у меня была программа «Криминальная хроника». И, конечно же, я, как любой молодой журналист, очень хотела какой-то сенсации. В любом случае следила за всеми событиями в этой криминальной области. И, естественно, нам звонили с одного комиссариата, с другого. У нас уже там вот налажены были связи. Как-то позвонили, сказали, что, знаете, вот нашли труп на теплостанции. И мы настолько быстро приехали с моим оператором, который сейчас, кстати, успешно работает в Москве, настолько быстро, что быстрее полиции. И ворвались, да, или полиция, или прокуратура, ворвались туда и не заметили, как практически чуть не наступили на человека, который погиб. Это был шок. Это было действительно страшно. Вот это воспоминание достаточно яркое. Тут ярко чувствуешь жизнь на грани смерти.